Здравствуйте, Арсений Селезнев, Зверобой, 24 мая. Вот такие уже цыплята младшие. Вот так вот куры любят попылить. Это у нас кочка, которая сидит еще на яйцах. Вот она разминается. Любит тут сидеть после того, как я установил эту жердь. И вот наши старшие цыплята, вот такие. Это им уже скоро будет 2 месяца. Там уйти к своим. Я их назвал 5 смелых. Боятся тетю курицу. Потому что она старшая по званию и никому спуска не даст. Никому. Вот так мне нравится, как они подлетают. Почти как настоящие птицы. Вот там кто-то опять получил. Статус надо держать, иначе заклюют. Это вам не это. Вон там серый и черный. Черного я назвал сверчок, так как он очень громко пищал. А еще я вспомнил, что сверчки после того, как назвал, они тоже черные. Абсолютно черные. О. Опять кому-то не поздоровилось. Надо тренироваться, да. То скоро вернется в коллектив, а там их хлебом не корми, дай кому-то навалять. Все купаться будут, собираются. И это хорошо, это здоровье. Куриное здоровье. Вот опять кто-то получил из молодежи. Так что вот так вот. Господи. Что ж это творится? А? Арсений Селезнев, Зверобой. В общем, раздает. Раздает направо и налево приказы. Подписывайтесь на канал. Смотрите обновления. Пока.